Привет, Ютуб. Собираемся поставить забор. На забор имеем вот такой замечательный материал. Это брошенный в лесу лесорубами горбыль, отход от распиловки бруса, который они на месте там, значит, выпускают. Просто вот это брошено в лесу, собрано аккуратненько. И, значит, из этого можно изготовить досточку, брус, ну, в общем, все, что нужно. После распиловки получается вот такой замечательный штакетничек, такая досточка. Метод распиловки дальше будет видно на видео, там на примере брусов. Брусов пока еще нету. Так, ребята, сегодня должен стоять забор вот здесь вот. Завтра. Сегодня. Ты не сможешь это сделать. Значит, сможешь ты. Сегодня. Еще до ночи у нас много времени. Сейчас приблизительно где-то 2 часа дня, да? 3 уже, наверное, да? Вот. Вот коллеги, которые помогают это сделать. И мы сейчас будем фигарить. Это мы сейчас будем ко мне в доске разыскать. Как доску развернуть плам, чтобы было вот там. Да, да, да. Ну, приблизительно, что ли, да? Да, есть точно, ладно, зачем-то. А ты это намазал уже, нет? Я еще не смотал, что намазать. А вот я буду намазывать. Значит, мы сейчас намазываем. Держи. Жирным маркером, грубо говоря, да? Да. Который называется головешка. Чтобы народу было понятно, что ты музыкаешь. Зачем? Ложим половину. Так. Ну, примерно половину. Ну, придем, да. Примерно, да. Приблизительно кладем на половину. Все, да. Держи так. Подержи. Ага, отстреливай. Отстреливаем. Опаньки! Видишь, у нас получилась полосочка. Нравится? Народу нравится, интересно. Да, половинку, не знаю, хватит, не хватит, тот самого. Ну, вот. Жира на второй раз. Жира? Я первый раз стрельнул очень много. Спасибо. Хватит. Короче, в результате получились вот такие брусочки. У нас что тут, 100 на 50, наверное, да? Да. Или 120 на 50? Нет, 100 на 50. 100 на 50, 8 штук. И плюс еще вот всяких вот таких речек, ну, тоже, которые, наверное, пригодятся куда-то. Так, ну вот, вырисовывается так потихоньку новый забор. Меня зовут.
Yes! Yes! 10 досок готово! В результате вот заборный щит, вот панель выглядит вот таким образом. Очень культурно, красиво. Спасибо за внимание.